Московское время 21 час 16 минут. Голевая передача. И голевая передача, шоу Евгения Ловчева, который, как обычно, по воскресеньям на своем посту. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Вместе с Евгением Серафимовичем Николаем Саприн тоже здороваюсь. И давайте все-таки начнем с того, что вот сейчас, кстати, закончились первые европейские игры, которые проходили в Баку последние две недели. И знаете, какая последняя была золотая медаль разыграна? У пляжных футболистов. Мы вроде бы о футболе говорим большом, мы выиграли. Причем это важная победа, потому что мы играли сильнейшими составами. Вот все пляжные команды играли сильнейшими составами. Для них это важный турнир. И учитывая то, что все-таки, наверное, наши являются действующим чемпионом мира, может быть, не так много внимания мы уделяем пляжному футболу, как нужно было бы. Ну, я думаю, в мире не особенно уделяется пляжному футболу много внимания. А вот скажи, а мы много уделяем мини-футболу? Да? Ну, должны а он много. Все-таки развит был и в Испании, и в Бразилии, и многие футболисты, которые в большом футболе известны, они из мини-футбола, в принципе, с пляжа, с площадок с этих выходили. Вот. Но все-таки большой футбол, есть большой футбол. Тут другая вещь. Для меня удивительно, на самом деле, что вот... Ну, там же пришли ребята, мы знаем это, из большого футбола. Вот кто именно. Не состоялся. Кстати, и в мини-футбол поначалу приходили ребята, кто не состоялся или кто закончил. Тогда, помню, Степанов, Чухлов, питерские пришли. А потом еще футболисты, Гладилин Валера играл, которые закончили уже играть, они вот как бы мини-футбол продлевали немного. Так я вам скажу, в пляжном футболе пытались закрепиться Кирилл, Реков, Мостовой, там кто-то еще, они пробовали свои силы, но просто не получилось. Смертин играл какой-то время, Филимонов там играл, да. Стал чемпионом мира, кстати. Да-да-да. Но я хочу следующую вещь сказать. Для меня удивительно, просто удивительно. Я же знаю, что такое пляж и Копакабана, и там вот все, что с Бразилией связано. И мы сильнее Бразилии. Мы уже много раз их обыгрывали их. Вот это поколение. Возможно, что-то изменится не в нашу сторону позже, но это честь и хвала Николаю Писареву, который начинал это все, да, и теперь продолжает Лихачев. Я знаком и с тем, и с другим. И просто на счастье, что наши ребята вот просто показывают, что в каких-то футболах мы все равно состоятельны. Знаешь, ведь у нас как? Мы не футбольная страна, вот о нашем футболе. Говорить, да, начинают. Как только Кокорин не забьет гол или сборная проиграет, у нас не футбольная страна. Как будто у нас не было и очень много заметных выигрышей там и все. Футболистов мирового уровня. И вот через какое-то время у нас будут говорить, если вдруг, не хочу даже об этом говорить, вдруг наше чуть спадет вот мастерство и результаты в мини-футболе. Ну, не в мини-футболе, но в пляжном футболе, да. И начнут говорить, у нас не пляжного футбола страна. Ну, вот смотрите, у нас, кстати, во-первых, заканчивая тему пляжного футбола, 9 числа начинается 9 июля вот, чемпионат мира, где будет сборная России свой титул защищать. Но я не об этом, собственно, хотел спросить. Вот буквально после победы Андрей Бухлицкий, вратарь, легендарный, кстати, для пляжки, сказал примерно следующее. Я знаю, что Аршавин и Киржаков в подвешенном состоянии в большом футболе. Пускай идут к нам. Это хорошая возможность продолжить свою карьеру. Нет. Как в свое время продолжил Филимонов. Нет? Нет, нет, нет. Ну, давайте так. Я бы по-другому вообще построил этот разговор и вообще вот эту тему. Она заключается в одном. Времена... Знаешь, я вспоминаю одну историю просто. Мы играем с кем-то, Спартак играет с кем-то, я не помню, в Лужниках, и перед игрой говорят, сегодня проводы будут Хусаинова, Крутикова и Маслаченко. Угу. Они уже закончили лет по пять. Притом они в разное время закончили. Маслаченко, по-моему, в 69-м, да, вот я пришел в «Спартак», и Анзорков зашили, пришел, и Маслаченко практически потихонечку выдавили оттуда, и он закончил. Хусаинов где-то в 72-м, Крутиков где-то тоже в 69-м приблизительно. И вот мы, значит, разминаемся перед игрой в Лужниках, а они втроем там друг другу пасуют где-то в середине, потом выстраиваются, вот сегодня проводы там по цветочкам дали, наверное, по конвертику дали там, наверное. Я, угу. Ну, этого не было проводами. И здесь вопрос в том, что вот если бы сегодня с Аршавиным, который славную карьеру провел, вопросов нет. Это лучший наш футболист последнего десятилетия. Нет, однозначно, причем. Да, разговоров нету. Мне скажут, ну ты же сам ургал. Да,
когда он плохо играет или уже заканчивает, и все говорит, я бы еще хотел бы, я бы мог бы, но все уже, понимаешь, сегодня. Если бы ему сказали, Андрей, у тебя закончился, мы готовы тебе сделать прощальный матч, ведь по большому счету, вот я помню Черенкову, Досаеву, Блохину, я помню, и сколько великих-то закончило, и кому из них делали какие-то проводы. И по-хорошему человека проводить, ну, дальше лучше не будет. Ну, можно еще заработать там чуть-чуточку, да? Но ты заработаешь какие-то копейки, ну, там, полмиллиона, предположим, но потеряешь немного в имидже, потому что мы-то почему так вот все восприняли, что Вилаш Боуш сказал фразу, да, что они мне не нужны уже, ну, все, да, по одной причине, потому что вот нам же здесь в эфир, Коль, с тобой и сюда, на маяк будут звонить люди из Питера и говорят, нам эта команда не нравится, нам нравится вот те, та команда, которые, когда играли наши, и вот, потому что они, ну, мы еще не стали теми западниками и тем Вилашем Боушем, которому пофигу Киржаков, Аршавин. Он выиграл золото, да? И он теперь хозяин в команде, как бы. Я могу сказать, что они уже мне не нужны. Тут вопрос руководства клуба о том, что надо достойно с ними разговаривать. Ребята, вы хотите продолжить? Мы поищем вам команды. Ну, как-то должно как-то что-то... Это выглядит вот со стороны, сейчас выглядит, не зная мы других информаций о том, что просто выпирают из команды людей, которые очень много добились. Вот я не случайно начал с той тройки Маслаченко, Крутиков и Хусаинов, что так не должно быть, по идее. Но у нас так часто бывает, к сожалению. У даже нас... уходил из Челси Лэмпард, да, все равно как-то проводы. По-другому. Джерард, Ливерпуль, пожалуйста, конечно, то же самое. Конечно. У нас есть телефонный звонок 232-1559. Добрый вечер, Дмитрий, по-моему, дозвонился, да? Алло, здравствуйте, я не совсем. Да, Дима, да, да. Николай, хочется поздравить наших ребят, которые завоевали столько медалей на Европе. Ну, это очередное послание России. Славьте Господи, как говорится, так держать марку. Россия, да, такая, что у нас спортивная держава. Евгений Серафимович, у меня два вопроса по локу. Один вообще по будущему чемпионату. Может быть, Николай вам поможет. Николай, помогите, может быть, записать. Евгений Серафимович. Смотря что спросите. Первое. Вопрос первый такой. Какие трансферные новости из моего Локомотива? Это вопрос первый. Если не есть. Второе. Вот это тут Мутко сказал, что вот мы вроде бы в сентябре месяце все начнем сдавать объекты, которые будут чемпионатом мира. В связи с этим у меня вопрос. Какие стадионы, в каких городах чемпионата мира уже в сентябре будут открыты, потому что чемпионат мира в 2018 году осталось там уже, грубо говоря, там, ну, чуть меньше 3 лет. И третье, вот вы сказали, что вы были в Питере и разговаривали с нашей Димой Сенькой. Вот, кстати, сказать, из той легендарной команды, которую тренировал Юрий Павлович, кому сделали проводы? Одному Маминову. И все. Вот я жду, ну, дождусь я когда-нибудь или нет, но проводов Дима Лоськова, пусть я не пойду в Черкизово, пусть я не поеду, глаза не видят, не смогу. Вот, но вот если я буду видеть этот матч, и я увижу на поле Дима Лоськова, вижу последние секунды, я же плакать буду отчасти от того, что человек вышел раз на поле, и что я за него болел, и что человек пробежит по беговой дорожке, я же рыдать буду отчасти, что я как видел. Неужели это непонятно? И последнее. Вот вы говорили с Димой Сенниковой. Господа Сморозко, не предлагайте нас в Локомотив. Человек столько отдал команде. Вот такие три вопроса, если можно, где-нибудь сообщить. Могу с вами, как говорится, в режиме диалога? Да, ну, я отвечу просто. С Димой Сенниковым я встретился, вообще я как бы с ним не особенно общался. Это KFC проводил свой чемпионат. И Дима, учитывая, что он питерский, да, был приглашен, тем более он туда приехал. У него там дача, насколько я понимаю, за Питером. Вот, и так получилось, что он практически... Он в «Зените»-то не играл. Он играл в «Локомотиве» в питерском, у «Гиви» Ноги. Да. И, ну, во-первых, приятно очень. И приятный человек, и скромный, нормальный человек. И разговаривать, и его там помнят. Великолепно. И мы с ним там поговорили. Но вот так, чтобы он где-то был востребован сейчас, ну, в
конце концов, у нас очень много футболистов, которые заканчивались. А вот паропроводы, да, говоришь, ну вот все-таки устроили бы. Егор Титова устроили. Притом не клуб устроил как таковой. Помнишь, на «Локомотиве» был «Киевский Динамо» приезжал, и играли они. И это какая-то фирма вот с Егором там сотрудничает. И они проводят какой-то турнир тоже. Я забыл. И не то, что я не хочу называть, просто забыл. Какая фирма. Честь и хвала этой фирме, которая Егору Титову устраивала это. И точно, но это уже, когда это идет через 5, через 6, через 7 лет, это все неправильная вещь. В принципе, Дима Лоськов – это личность. Не всем, возможно, надо проводы. Некоторые уходят и играют еще где-то. Но Дима Лоськов честью и правдой служил «Локомотиву». Конечно, это должно быть. Более того, вот такие вещи... Они делают честь клубу, и болельщики как раз очень вот это воспринимают хорошо. Какие у нас там вопросы еще? Ну, там по поводу «Локомотива», трансфера. Да, трансфера. В принципе, сейчас можем озвучить, но это просто люди тоже ждут в свою очередь на телефон. Озвучь. Чуть-чуть позже. Давайте сейчас послушаем еще один звонок. Добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый. Как зовут вас? Меня зовут Василий, я из Санкт-Петербурга. Да. У меня как бы такое мнение насчет вообще нашей сборной, вообще нашего футбольного хозяйства. Вот я считаю, что мы вполне можем выйти в Евро-2016 и даже выиграть этот турнир. И также спокойно выиграть чемпионат наш домашний 2018 года. И даже тем же... Подождите, секундочку. Важно другое. Святой князь Александр Невский говорил, не в силе Бог, а в правде. И вот если мы посмотрим в историю, Россия, она везде и всегда была победителем. Потому что всегда уповала на Иисуса Христа. Нужно просить Бога о помощи. Надо вот, чтобы Российский футбольный союз обратился к Русской православной церкви. И для сборной выделили священника, который бы духовно окормлял команду. Тем более, спасибо, Василий. Спасибо. На самом деле, хорошие, правильные, здравые слова. Я думаю, что накануне чемпионата мира в любом случае, да, так или иначе, Божьей помощи сборной России попросит. Ну, вообще, вот на постоянной основе. Да, но я тебе хочу сказать, я сначала подумал, что Фурсенко звонит. Почему? Потому что Фурсенко пришел и сказал, мы будем чемпионами мира в 2018 году. Это первая фраза была. А я его хотел бы спросить, он вообще в футбол-то играл когда-нибудь? Вот знаешь, я в 20 лет уже играл в составе «Спартака», и в 21 я поехал на чемпионат мира в Мексику. И я спал и видел себя чемпионом мира. А после этого чемпионата я понял, что только того, что я спал и видел себя чемпионом мира, этого мало. Нужно развитие футбола в стране. Сегодня оно просто не соответствует. Оно сегодня показало 23-й приблизительно результат на чемпионате мира, да, и сегодня совершенно ужасную игру нашей сборной, и не случайно сюда же люди звонят и говорят, более плохой игры сборной за последнее время мы не видели. Понимаешь, в чем дело? Но я... Вот ситуации, кстати, насчет Аршавина и Киржакова. Да, параллель. Спорят со мной, не спорят, говорят, вот растет футбол, не растет футбол. Вот если бы был принят лимит, вот который я отстаиваю, 4 иностранца хорошего уровня, значит, и 7 россиян, тогда Киржаков играл бы в составе. А играя каждую игру в составе, он бы находился в хорошем состоянии, форме, и он бы помогал бы нашей сборной, как и другие люди, как Могилевец там, предположим, тот же, который находится там. Понимаешь, в чем дело? Как и Соловьев, вот, который пару лет назад перешел. Ну, Соловьев перешел, равно, это не сборник, но во многих командах есть... Те, которые вот могли бы как раз соперничать. Мы чуть позже продолжим. 232-1559, звоните. Голевая передача. Евгений Ловчев, Николай Саприн, еще раз мы вас приветствуем. Мы продолжаем разговор о российском футболе. Вот заканчивая тему «Локомотива», Дмитрий спрашивал в самом начале нашего эфира. Значит, кто приходит, то уходит. Естественно, Черевченко, уже не исполняющий обязанности главного тренера, а на полных основаниях наставник главный команды, тренер, главный да. тренер. Ткачев из Кубани возвращается, у него закончилась аренда. Григорьев тоже из Ростова возвращается, тоже у него закончилась аренда. Коломейцев бесплатно, как свободный агент из Амкара, переходит. Очень, кстати, хороший сезон провел. Думаю, что у него все получится в «Локомотиве».
мире. Ну и, на мой взгляд, вот вратарь Кощенков, тоже как свободный агент, в Мордовии он несколько потрясающих матчей провел. Бывали случаи, когда он просто вот сам вытягивал, да, один Мордовию приводил к большим победам, так что мне кажется, что это тоже усиление конкуренции в Локомотиве, тем более, если учитывать, что Гильермо, может быть, еще и в Краснодар уйдет. Об этом говорят в последнее время очень много. У нас есть телефон 232-1559. Но Павличенко ушел. Да, Павличенко ушел, да, и, скорее всего, отправится в Эмираты, но у него просто закончился контракт. На тех условиях, которые мы предлагали, он продлевать, к сожалению, не стал. Беляев и Тигарев тоже закончились контракты, пока новых соглашений им не предлагали. 232-1559, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Игорь. Очень приятно. Вас слушаем. У меня вопрос будет к Евгению Серафимовичу. Да. Я вас хочу спросить. Вот все мы видели, как наша сборная играла на чемпионате мира по футболу. Ну, в защите еще кое-как там по одному мячу пропускала. Ну, вот в плане нападения полный ноль. Вообще не могли мяч доставить в чужую штрафную площадку. Пас делали в основном, мяч держали на своей половине поля, и пас делали или вратарю назад, или поперек поля. Как только стремились перейти на чужую половину поля, одна-две передачи, и мяч потерян. У меня к вам вопрос следующий. А почему Капелло не попросил своих игроков сделать простейший способ, когда ставить мяч в чужую штрафную? Допустим, соперник атакует, мы отбиваемся, рано или поздно мяч мы перехватываем, и в этом случае надо было их учить вот чему. Делать пас к бровке, неважно, влево, на левую сторону, на правую, а там наш защитник левый или правый, или полузащитник, и делает спринтерский рывок вдоль бровки, метров на 50-60, а потом передает мяч верхом, туда, в район 11-метровой отметки. И мы гол забиваем. Все гениально. Нет, просто, минутку, да. Так играл донецкий «Шахтер» во времена Старухина. Ну почему хотя бы так не делали? Ну, а так там много кто играл. Наши веером несутся, и кто-нибудь может нанести подождите, удар по воротам. Спасибо, Игорь. Подождите, секундочку. А что, у нас есть такой форвард типа Старухина в сборной? Я на это скажу следующее. Ведь Капелло пришел не перед чемпионатом мира за 2 дня, а у него было там 1.5 года. Если у него есть мозги, хотя бы одна извилина в голове. Да он не знает, кто такой Старухин даже, Капелло. Правда, Россия большая страна. Понятно. Спасибо. Да. Ну, Капелло, ну, хотя стал заложником одной схемы, ответить, но... ответить на этот вопрос не могу, потому что вы задали вопрос, а почему Капелло не пользовался вот такой тактикой? Наработками Шахтера. Нет. Нет. Это вопрос Капелло, а не ко мне. Я не могу сказать, почему Капелло не пользовался наработками Шахтера и вашими наработками, вот как вы их увидели. А тогда у меня такой вопрос. Ведь, наверное, Капелло, как человек, в общем, очень опытный в футболе, наверняка мог разные тактики пробовать. Он не пробовал, но, в принципе, отталкивался от одной тактической схемы. Мог ли Капелло, да, вот при всех своих умениях, навыках, что-то поменять, там, скажем, по ходу игры с Австрией, перестроить игру, там, изменить количество полузащитников, нападающих? А он и менял. Постоянно, проигрывая 1-0 после первого тайма, выпускал второго нападающего, а потом третьего. Как будто нельзя выпускал. Это было с самого начала сделать. Потому что мы все знали, как играют команды Капелло. Да. И знают это соперники. Точно так Реал играл, точно так. Только там был Рональдо, зубастик, и там те команды, в которые он еще тренировал, Интер, по-моему, Ювентус он тренировал, там были нападающие другого уровня. Понимаешь, в чем дело? Ни Кокорин, ни Смолов. Который этот сейчас не забивает уже давно. Тогда Смолов не забивал. Там все равно забивающие были какие-то. И, естественно, хорошая защита, хороший пас Пирло, понимаешь, кто-то выскочил, там забили. Но когда вот такой футбол, он стал показывать Реал Мадридский, а у него болельщик свой, который любит конкретный футбол, в который играет Реал, постоянно играет. И там были великие Ди Стефано, и там великих, Рауль великий тот же играл. Понимаешь? Я про нападающих только говорю. Разный. Ди Стефано это был такой, ну, форвард такой более маститый, более здоровый, Пробивной, что ли, да. А Рауль более хитрый был. Вот. Они все равно забивали голы. Но зритель не принял этой игры. Этой тактики не принял. Потому что она первично ставит, как бы не пропустить. Не как бы забить или ничего. Просто первично. Мне главное — ноль в свои ворота. У болельщика Реала это категорически противился этому, потому что они видели многие поколения Реала, которые выходят и забивают, радость им приносят.
Раз мы про Копылова заговорили, на этой неделе Виталий Мутко, министр спорта, в одном из интервью сказал, что никаких отступных, да, по контракту у Копылова не положено, просто надо выплатить всю зарплату до конца. Вот о чем речь. Да, были свои предложения, вот, в частности, известный журналист Сергей Микулик написал на днях интересный материал в «Московском комсомольце», где вспомнил практику донецкого «Шахтера», когда Ренат Ахметов расставался с Невио Скалой, там он расстался с ним досрочно до расторжения контракта, просто выплачивал каждый месяц зарплату. Она ему приходила, в ответ на это Невио Скала ни одного плохого слова до истечения контракта о клубе не говорил. Не, я тебе скажу, о чем была договоренность с Капелло. С Капелло была договоренность о том, что за 15-16 год, сейчас уже договоренность, это вот сейчас идет непонятная для меня вещь, когда исполком зачем-то начал это обсуждать. Причем здесь исполком? Да, обсуждать начал. Потому что Капелло уже было сказано о расторжении контракта. Вот. И с ним уже предварительно договорились о том, что за 15-16 год он получает деньги, а за 17-18 не получает. Понимаешь, а вот так даже? Вот так вот, слушайте меня. Хорошо, будем слушать. Да. Дальше? То есть дальше 16-й год, все, заканчивается. Он деньги получает. Да, это самое главное. Если где-то сказал плохое слово, что-то там покритиковал. Нет, это договоренность, которая должна была быть записана. А сейчас непонятная история, хотя исполком говорит, и все говорят, он продолжает работать, и тут же объявляет Симонян четырех его преемников, да, и говорит, в течение 2 недель мы решим этот вопрос. Но тот же Симонян вроде как выступил за него, сказал, что я, вот, знаете, как много видел он Капелло за говорит, тренеров. Он да? всегда говорит о Капелло как о великом тренере. Понимаешь, в чем дело? Он великий тренер, но здесь у него не получилось. Ну, такое бывает, что тут скажешь-то. Знаешь, великий тренер, Бесков, великий тренер, для нас, для всех, великий тренер. Но он приехал, и никто это не вспоминает. Все вспоминают «Динамо» московское, и вспоминают «Спартак» московский, особенно вот последний. И никто не говорит о том, что он когда-то приехал в «Зарю» Луганск. Да. Да. А один год отработал, а потом посадил команду и сказал им, говорит, вы деревенская команда, и вам нужен деревенский тренер. Я поехал в Москву. Серьезно. Возвращаясь к теме Киржакова-Аршавина. Во-первых, конечно, вот до сих пор болельщики на смс-портал 5533 абонент Вести присылают сообщения. Значит, очень жаль, что Аршавин Киржаков уходит. Вспоминают тут многие фразу Игоря Колыванова на днях сказанную, а не секрет, что УФА его приглашает, которую Колыванов сейчас ведет. Так вот, кто? По мнению Колыванова... Кто? Колыванов приглашает Аршавина. По мнению Колыванова, учитывая то, что год остался до Евро, Аршавин вполне может повторить судьбу Роберто Баджи, который там ушел из своих Миланов, Ювентусов, Интеров, скромную брешу, потом после этого поехал на крупный турнир на чемпионат мира. То есть, дескать, можно повторить такой путь. Что вы думаете об этом? Я ничего не думаю об этом. Я думаю, что сегодняшний тренер Капелло точно его не видит там. Но его и не видит, не будет, и все, Капелло забыли. И Виллаж Боуш не видит. Значит, я думаю, что время Аршавина... понимаешь, в чем дело? Он же не играл несколько лет. Выходить на 2 минуты – это не игра. И мы искали. Ой, пас отдал. Ой, Аршавин вернулся, он в порядке. Да ничего там в порядке-то не было. Аршавин сегодняшний на того Аршавина, которым мы восхищались, совершенно не похож. Вопрос в том, что дать ему практику, правильно он говорит, и посмотреть, получится у него, не получится. Но мне кажется, что Аршавин после славной карьеры чемпиона страны, обладателя Кубка Европейского, Суперкубка Европейского, бронзовой медали чемпионата Европы, Ливерпуля, для него опущение до Уфы, это будет неко так... принижение, ну, почему? Можно мне преодолеть свою гордость, да, мало ли что. А вдруг Киржаков, они их связки с Киржаковым возьмут. У них потрясающая связка. А вдруг... И Тимощука еще, и обыграть нет, Зенит, Тимощук, ладно. И Виллаша Боуша, и все. А почему и нет? Тогда Виллаша Боуша погонят, а их вернут. А почему нет? Нет, нет, нет. Ну, хорошо. 232-1559, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Серафимович, меня Игорь зовут. Да, Игорь. Вопрос к вам такой. Вы человек опытный, известный, уважаемый. Знаете то, что все знают, и то, что никто не знает. Скажите, пожалуйста, когда провожали лучше ребят? Сейчас или раньше, у которых заканчивается контракт? А сейчас кого выводили в последнее время, скажите мне? Ну вот никого не видел, поэтому и спрашиваю.
Да вы знаете, я вам честно скажу, что тогда бездарно провожали. Только великих. Блохина, когда он закончил, и то через некоторое время. И Федя Черенкова через некоторое время. Вот. И то это самые-самые такие клубы постарались. Опять же, пока Старостин был, пока Лобановский был. Вот, у этих людей, они настолько футбольные, у них было, что вот этих людей надо проводить. У них было это в уме и было в душе, откровенно говоря. А сравнивать даже нечего. Провожают вообще бездарно. Я не знаю, от меня свистей будут провожать когда-нибудь? Слушайте, а вас как провожали из большого футбола? Никак. Никак. То есть не было прощальных матчей? Нет, конечно. Никто ничего не говорил, там не приглашал, в перерыве там цветов не давали? Нет. Как же так? А я уже заканчивал в Куйбышеве. В Куйбышеве. Да. В начале 80-х годов. Да. 232-15-59, наш телефон, московский код Москвы 495, смс-портал 5533, абонент Вести. Друзья, Евгений Ловчев, Николай Саприн вместе с вами. Мы после небольшого выпуска новостей к вам вернемся. Продолжаем нашу программу. Евгений Ловчев, Николай Саприн вместе с вами. Евгений Серафимович, вот о чем еще хотел спросить. Вот много копий было сломано по поводу лимита на легионеров в нашем следующем чемпионате России. Опять-таки, на исполкоме, который состоялся в середине этой недели, было принято решение опять 10 плюс 15, как в общем. Да, они не принимали, они просто ничего нового не принимали. Да. И пока они... закон не вступил в силу. Закон о легионерах, мы знаем, о чем идет речь. Да? Значит, клубы хотят 10-15. Да. Они это объяснили тем, что российские, те, которые играют футболисты, молодые, очень большие зарплаты делают. И, в общем, я их понимаю, по большому счету. Я их понимаю, если бы я был руководитель клуба. Мне все остальные команды по боку, мне главное, вот я пришел тренером или кем-то пришел, я не буду думать глобально о футболе российском, воспитать кого-то, чего-то там и прочее. Мне главное, чтобы моя команда выигрывала, а для этого мне не надо мальчика из дубля взять и доводить, а потом мальчик через 10 лет скажет, а вот моим отцом футбольным, как я говорю о Симоняне, да? Да. Вот стал Евгений Серафимович Ловчев. И им это не надо. Ему сегодня подольше в этом клубе понаходиться, и тогда простая вещь. Деньги у нас, президенту есть деньги, вот мне на это место нужен игрок. Кто-то подразумевает, что за этим обязательно идет какая-то вот такая вот шлейф такой, знаешь, идут переговоры с агентом футболиста, да, договариваются обо всем. А дальше еще, ну там, спортивный директор или там тренер говорит, я скажу, что этот нужен мне игрок, но ты не 300 тысяч попросишь отступные агенту, а 500, мои 200 еще. И об этом кто-то все время догадывается так. Видимо, что-то и в этом плане идет. Но по большому счету никому не нужен мальчик, за которого ты ничего не получишь, который из дубля приходит. И результат нужно здесь и сейчас, сегодня давать. Я это понимаю, но теперь я беру как футболист, который прошел все стадии. И российский человек для меня выше и позорней, чем вот эта вот команда, сборная сейчас сыграла. «Спартак» играет безобразно. В Еврокубках безобразно все, в принципе, выступили. Это понятно. Но это так проходит. Для меня сборная ужасно просто. Понимаешь, в чем дело? И тогда я говорю, что главной командой является сборная страны. Знаешь, для меня, что показательным сейчас, ну, это просто удивительно. Быков уходит из СКА. Угу, да. И что говорят... Наверное, знарок его заменит туда-сюда. Все руководители всех клубов, Сафронов, который с ним работает, говорит, нет, приоритетом является сборная страны. Для всего хоккея, для нашего футбола нет. Вот это самое главное, понимаешь? Говорит, нет, он никуда, он совмещения не будет даже, да и не задумывайтесь об этом. Здесь же они вот тянут на себя. И теперь... Они опять показывают, кто самый сильный в нашем футболе. Это те, которые проголосовали 10-15, и мы будем добиваться. Но Мутко пошел другим путем. И вот он выступал на «России-2», угу. Он говорил, ребята, вы же государственными деньгами пользуетесь-то, все клубы. Государство и будет определять, как тогда жить в футболе. Хотя тут же возникнет вопрос о том, что ФИФА, чтобы не вмешивались в процесс футбола там. Но с другой стороны, вот есть общая Европа.
Да? И там футболисты переходят и не считаются легионерами. Да, у них свои но правила. Наши-то считаются легионерами. Да. Да. И тоже 11 нельзя. Коль, нельзя. Да я согласен. Но смотрите, получается так, что... И это вроде определяет бы, каждая страна. Вроде бы две полярные позиции. 10 плюс 15 заявки и 7 плюс 4. Но опять-таки, в принципе, вот эти более два того, лимита... 7, посмотрите. 7-4 будет не просто 7-4. Я говорю одновременно. Будут Нет, будет сокращаться. Дальше будет, вот уверен в этом. Я понимаю. Я уже слышал в такое случае, от людей. У нас интрига. Замена да, седьмого будет на пятого на пятого россиянина. Я к тому, что 10 плюс 15 заявки и 7 плюс 4 на поле одно другому не противоречит. Понимаете? Нет. Там не в заявке 10-15. Там 10 на поле. Все, кто в заявке, да, на поле. Да, но в принципе всегда можно оговорить. Да, 10 плюс 15 заявки, покупайте 10 иностранцев, но при этом 7 выпускайте. Коль, вот скажи, это правильная вещь с точки зрения нашего российского футбола, не конкретного клуба ЦСКА, что в «Спартаке» на замене сидят Инсуральде, Жоао Карлос, которые выпускают на 3 минуты с «Зенитом», из-под него забивают гол Халк, помнишь? И он уходит, и на следующий матч. Какой на следующий матч? На следующий матч через 10 матчей. Понимаешь, он сидит в запасе. До следующего матча на скамейку запасных. Сидит в запасе. Почему? Зачем он нам нужен? Да. Вот о том речь. Вот. Хорошо. 232-1559. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Антон. Хотел задать пару вопросов как раз в первой части вашего монолога. Давайте. Первое. Я с города Казани и перестал, к сожалению, следить за судьбой Рубина, да, чтобы могли сказать о Рубине и новом тренере, да, замене рубиновых на Европу. Это первый вопрос. Перспективах, да? А теперь второй вопрос касаемо российских игроков. Насколько я слышал, в последнее время Рубинов, тренер главный Рубина, да, ставку делают на молодежь, причем на российскую молодежь. Правда это, неправда, правильно, неправильно? Вот все мои вопросы. Спасибо. Нет, но то, что Рубин изменил политику приобретения игроков, однозначно. Бердыев создавал и рос с командой, и, естественно, тогда у него не было возможности, он просто деньги, кто-то опять будет говорить, вот его уволили за то, что он там денег украл, я этого не знаю и не хочу знать. Я видел хорошего тренера, но футбол, в который играла команда, мне не нравится, но это мое личное мнение, понимаете, в чем дело? Но он, видимо, не нравился и вам, кто в Казани жил, потому что ходило по 3-5 тысяч народу на стадион. И только на игры, когда приезжал Интер и когда приезжала Барса, битком стадионы были. А так не было. Потом там разошлись с Бердыевым. Я не знаю, по какой причине, но во многом, наверное, какой-то финансовый момент стоит за этим. Там же были известия о том, что президенту республики главе республики написал парень один, агент футболиста о том, что там денег с них просили, вот то, о чем я перед этим рассказывал, да, там были истории. Решили разорвать этот гордиев узел, освободили Бердыева, пришел новый тренер. Ему сказали, это я знаю, что надо ставку делать на своих ребят и тех, которые в команде еще есть, у которых есть контракты и которых мы не можем выдворить там, предположим. Вот. И появились же, и Аздоев появился, свой мальчишка появился, это Набиуллин, интереснейший мальчишка, честно. Играл на этом месте и знаю, и вижу, что интересный парень. Потом сейчас выходит, не помню, Ахмедов или как-то полузащитник выходит. 16 да, или 17 выходит лет. На замену, да, какой-то... Ахмедов, да? По-моему, Ахмедов, да. Ну, вот, да, выходит. Потом Канунников, вот вам еще один, да? Могилевец уже все, Зенит, да, я понял. Свой еще Кузьмин выходит. Вот сейчас на это место Козлова они хотят взять из «Динамо». Да, да. Есть такое. И вот это некое другое направление. И команда мне, вот как... Ну, футбольному специалисту или просто болельщику. Портнягин, так можно вспомнить. Портнягин, конечно. Она мне интересна, как она играет в футбол. Она не станет, наверное, чемпионом, потому что, ну, как бы, мастерство не такое высокое, да, но команда-то играет симпатично. Мне по игре она напоминает даже в большинстве матчей Краснодар, да, когда они там теряют очки на ровном месте. В этом году Краснодар именно и Рубин были такими открытиями, и их интересно смотреть было. Свежий глоток воздуха, да. 232-1559, еще один звонок. Добрый вечер. Добрый вечер, меня зовут Александр. Да-да.
Мы вас слушаем. Первый вопрос. Пропадаете куда-то, Александр, к сожалению. Александр, мы вас не время. Слышим, вы пропадаете. Пока ждем, когда дозвонится или перезвонит Александр, хотя времени очень мало остается. Я вот о чем хотел бы вспомнить. Вот буквально на днях было сообщение, по-моему, из Литвы. Там наш талантливый парнишка, помните, пару лет назад в «Динамо» дебютировал. Я вообще за ним немножко присматриваю. Панюков. Да. Да, вот тот самый, который уехал в Литву, и многие считали его сбитым летчиком, а он сейчас получает несколько предложений из французских клубов: Монако, Марсель, может уехать. Нормально? Нормально. Но почему нормально, наши ребята молодые вынуждены потому, уезжать Динамо в Литву? Он не подошел. Да. Не подошел Динамо, и его сначала отдали в Балтику. Это нормально, что парень идет в аренду и доказывает. Но он обратно не хочет в Динамо, и его, в общем-то, наверное, не хотят. В Литве, ну, так бывает. Можно пойти ведь и на первенство области играть кому-то, и там он будет забивать. Он забивает. Он талантливый парень, но это не значит, что он там будет забивать. А скауты всех на заметку берут, где кто-то чего-то выделяется. Он там по 3-4 мяча забивает. Ну вот похожий пример, там же был Лысов, вот эти наши ребята в Португалии. И он у Кости Сарсани играет. Костя заметная фигура с точки зрения скаутской селекция, и да. селекционера. Да, и он связан со многими странами. И, конечно, там идут какие-то разговоры. Но он говорит... Он же не говорит точно, у меня Монако, там уже все, беру это и прочее. Опять же, наверное, в Монако-то тоже работают российские люди. Там Смоленцев работает, Рыболовлев. Там Рыболовлев это хозяин клуба, угу. да. Поэтому, как бы. Стараются продвинуть человека. Просто опять пример с Лысовым, да, Бенфика, вот нашими ребятами, которые уезжают в Португалию, в третий дивизион, там доказывают, подписывают контракты, и потом вот сейчас приходит первая команда. У нас интересно. Немножко осталось, сейчас, да. секунду. Я только что приехал с дня рождения. Жена моего хорошего друга, у нее день рождения, юбилей у нее. Там подошла ко мне девушка, симпатичная такая, и вдруг о футболе начала рассказывать. И вдруг мне говорит: а вот Лысов, мой знакомый, хороший. Я думаю, Лысов в этом есть. Или Лысков есть в мини-футболе. Он там в сборной играет, я же как мини-футбол. Она говорит: не, а вот Бенфику взяли. Я помню, что взяли одного в Бенфику, другого в какую-то другую команду. И вот просто удивительно, знаешь, вот что. Девочки даже следят за этим делом. Как тесен мир. Евгений Ловщик, Николай Сапрен были вместе с вами. Спасибо за внимание. Счастливо. Голевая передача.